Всем здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня попробуем, поиграем в Until Dawn. Сделаем прохождение на эту игру. Я в свое время пропустил. Это эксклюзив для PlayStation 4 в свое время был. Играем мы, как вы знаете, на PlayStation 5. Посмотрим, что это за эксклюзив такой. Вот, потому что я очень много по этой игре слышал. Ну, я ее просто пропускал. Мне что-то казалось, что это такая какая-то пародия на Heavy Rain или там, я не знаю, на Фаренгейт. Ну, давайте посмотрим. Это якобы игра, в которой мы будем свои решения какие-то тут, короче, применять. И от нашего решения будет зависеть дальнейшее развитие сюжета. Давайте вместе с вами посмотрим вообще, что из себя представляет этот эксклюзив PlayStation. Погнали, новая история. Эффект бабочки. Сегодня невесомая бабочка взмахнет крыльями, и через неделю это дуновение воздуха превратится в разрушительный ураган. Как-то тут я со звуком намудрил. Любое решение может кардинально изменить будущее. Ваши действия могут повлиять на развитие сюжета, про что я вам, друзья, и говорил. Что здесь не такая она своеобразная, интересная, наверное, игра будет. Ну, посмотрим. Посмотрим, ничего не буду говорить. Вот. Ваша история является одной из многих альтернатив. Вот так вот. Тщательно взвешивайте каждое решение. Вау. Прямо у меня тут уже. Вот, смотрим. Ох, соскучился я уже по зиме. Это не так давно она прошла, а мне опять хочется. Морозов, стужи. Короче, какая-то компашка отдыхает в каком-то особняке, получается. Может быть, новогодние праздники, наверное. Как и я сейчас в данный момент, наверное. Опа. Ага, здесь, короче, какое-то таинственное убийство, наверное, будет. Обалдеть. Ты правда на это решилась? А вам не кажется, что это слишком жестоко? Да брось, она это заслужила. Разве она виновата, что запала на Майка? А с какой стати она на него вешается? Я просто защищаю Эми. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. Нет, Эми, я ничей парень. Конечно, конечно, милый. Короче, тинейджеры собрались на хате, в навписке, провести зимние каникулы. Хана! Что здесь произошло? А что это? Пришла. Майк. Что это за игры у них такие? Майк. Это Ханна. Ханна? Папа сказал, на выходных мы одни. Джош! Джош! А, я буду играть за эту девочку. Окей, как здесь вообще играть? Ага, здесь это... Сетевая ошибка. В смысле сетевая ошибка? Мне сетевая не нужна. Здесь можно осмотреться, окей. Такая жопа у нее. Джордж Уокер, блядь, пьяный спит. А я никак с ними взаимодействовать не могу, получается. Ага, прикольно сделано. Ну. А, вот, что-то могу взять. Записку какую-то. Обучение. Удерживайте R2, чтобы взять записку. Удерживайте. Осмотрите предмет с помощью правого стика. Хана, ты такая сексуальная в этой майке, а без нее, наверное, еще лучше. Приходи в 2 ночи в комнату для гостей, Майк. Бля, блядь, пиздец, охуенно. О, господи. Ну, что там опять с нашей наивной сестренкой?
Надо срочно вмешаться. Окей. Чувак один спит. Кто такая Ханна, я еще не знаю, друзья. Ханна Монтана. Интересно. Это я вам хочу напомнить, что это одна из первых игр вообще для PlayStation 4 эксклюзивов. И знаете, даже тут картинка такая, что такая сочная, по крайней мере колоритная. Я не скажу, что тут какой-то вау, супер-пупер какой-то там, next-gen. Но она сделана, вот задники очень красиво. Нельзя сесть на диване. Что тут у нас есть? Давайте походим, посмотрим просто я. Камин. Окей, наверное, нам надо наверх подняться. А, вот. А, тут что-то, короче, с чем я могу взаимодействовать, она подсвечена немножко. Закрыто. Окей. А, я думал, это лестница, это не лестница. Вон там. Там что-то моргает. Вон там. Чтобы осмотреться, перемещайте вправо, если объект светится, его можно осмотреть. Окей. Ну, тут же мы уже смотрели, да? Записку эту. Бери давай. Ну, мы же это читали уже. Ну, нахуй у меня эта записка. Твоя записка? Рад, что ты пришла. А, она пришла к нему. Потрахаться. Они ее издеваться над ней решили. Начать потихонечку. О, смотри, ну, смотри. С поцелуев. А там как пойдет. О, да, детка. А тут, короче, все... О, Господи, она раздевается. Что? Господи, Боже. Мы... Ее засняли. Что вы здесь делаете? О. Ханна. Прости, Ханна. Нет, стой. Нехорошо. Мой, просто такая глупая шутка. О. Черт. Вот вы подонки. Вы все. Ханна! Пиздец. Типичные малолетки, блядь. Тут где-то, наверное, будет Шурыгина у них. Что там было написано, блядь? Я просто от... Разбудить Джошуна... Джошуа, блядь. А! Мне выбор. Или найти друзей, или разбудить Джошуа, короче. Вот уже начинается. Вот мой, короче, выбор, да? Как я буду? Я давай буду будить пьяных этих. Хуй его знает. Давай, разбудим. Джош! Джош! Чёрт! Ребят, там кто-то ходит. А, короче, девка заметила, кто-то ходит там, бегает. Короче, а эта малолетка убежала, Ханна, куда-то. Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Что вы сделали? Мы дурачились, Бет. Ну, пошутили. Да вы дебилы! Ханна! Ханна! Ну, может, догоним? Знаешь что, Майк? Тебе она сейчас вряд ли обрадуется. Нажмите правильную кнопку действия, пока не истекло время. Хорошо. Окей. А, мы по очереди нам будут давать тут играть будем за разных персонажей. Так, быстро или безопасно? Давай-ка лучше, наверное, блядь, безопасно. Выберем. В принципе, я не спешу никуда. Я уже тут еще пошли у меня выборы, короче, и все, короче, играем. Пишите в комментариях, как бы вы себя вели. Так, налево-направо. Идти по следам, идти на шум. Пойду по следам. Пойдем по следам, друзья. Ага. Опа-на. А он может и напасть. Короче, Боже, перепутали мы. Она еще запуталась тут. Что у тебя, Ханна? Где ты? Ну, мне пока нравится, прикольно. Использует сенсорную панель, как показано.
А, разблокировать надо? Окей. Статус обновлен. Правым джойстиком можно изменить направление луча. Все, я понял. Ага. Бля, тут немножко неудобное управление, я вам честно скажу. Да ладно, а что мне светить? Я и так вижу, куда я иду, блядь. Давай под ноги себя свети. Здесь, наверное, гамму надо чуть поменьше выставить. Ну, вам тут... О. Удерживайте лазит, чтобы идти быстрее. Окей. А, вот видим какой-то, смотрите, башмак какой-то. А, нет, не башмак, это тотем. Давай покрутим. Тотем смерти. Я чуть не понимаю. Что это тотем смерти? Это мне показали, как... А кого убили тут? Давай еще раз посмотрим. Так она не может ничего тут сделать с ним. Все, больше ничего не показывается. Кто-то упал себе и шею сломал, видели? Ага. Ханна! Обидели девчонку? Такие вот мандавошки есть, подружки, блядь, и пацаны, блядь, слушай. Она его, блядь, может, любила на самом деле, блядь, дала бы ему. А он... Ты... Что это за шняга там такая? Давай... Ну, я бы туда не пошел бы. Вот там кто-то сидит на коленях, гляди. А, вон она, Ханна. Ханна, а что ты тут делаешь? Что за херня? Ханна? Ханна, бегите, девчата, отсюда. Ну его нахер. Бегом, блядь. Ханна! Ой-ой-ой. Ханна, поднимайся. Блядь, телефон потеряла. Кто там? Что там? Кричите, кричите, девчата. Кричите как можно скорее. Уйди. А что это за мудак к ним идет? Черт. Нет. Ханна, блядь. Дура ты, блядь. А вон камни эти, помните? Она сейчас себе... Держись. Держись. Конечно же, отпустить руку, бросить Ханну, чтоб... Ай, давай, блядь, отпустись, нахуй. Идите нахуй. Ой. Я... Пизда, две сразу погибло. Ёба и шаки, надо было, короче, не так. Надо было бросить ее. Вот так вот выбрал я. Я хотел спасти просто Ханну. Получается, и девушка одна погибла, и вторая. Послушай меня, очень важно зарубить кое-что себе на носу. Никто не в силах исправить прошлое. Оно нам не подвластно. С этим надо смириться, чтобы жить дальше. Ага. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь, все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом. Помни об этом, когда будешь играть в игру. Каждый твой выбор влияет на твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. Я понял. Итак, ты хочешь приступить к этой игре? Большой шаг. И я буду тебе помогать. Порой эти вещи бывают немного страшными.
даже жуткими. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию, я всегда помогу тебе найти из нее выход. Это он ко мне обращается? К игроку? Начнем с простого упражнения. Или что это? Пожалуйста, переверни карту и посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. Ты в натуре, ой, вы что, меня за идиота, блядь, держите? Игра, блядь. Ну, давай. Так. Переворачиваем. Что я здесь вижу, да? Вижу пугало и ферму. Кукурузу. Итак, какие чувства вызывает у тебя эта картинка? А, какие чувства? Но только честно. Окей. Блин, я не знаю, пацаны. Мне, вот видя именно эту картинку, наверное, тревогу. Ну, не радость точно, вот мне лично. Я не знаю, как вам. Я выберу тревогу. Хорошо. Главное, честно. Так что же все-таки приводит тебя в трепет? Пугало. А, тут есть такое пугало, да. Пугало, я мне, блядь, после этого фильма с детства джиперис-криперис, ну, вы поняли про это, да? Вот. Как-то вот пугало мне ассоциируется, тем более у пугала в руке он какой-то еще крюк. А, ну, вроде бы как изображен. Наверное, все-таки пугало. Ясно, ясно. А давай представим, что пугала там нет. Ты сможешь в одиночку пробыть в таком месте долгое время. Ну, к примеру, неделю. Думаю, да, смогу. А если я скажу тебе, что здесь водятся призраки? Ну, наверное, было бы страшно, да, каждый так ответит. А мне все равно это глупо. Если, ну, все-таки, я понимаю, это игра, но было бы страшно, наверное, да. Вот. Да ясно, ясно. Теперь я понимаю, что ты испытываешь немалый страх перед сверхъестественным. А кто не испытывает? Что ожидает нас по ту сторону завесы смерти, никто не знает. Ну ведь правда же, что может быть сильнее, чем страх перед неизвестностью? Да, согласен. Всегда помни, это просто игра. Мне нравится очень подача, блядь, сюжет, она офигенная. Что этот. Ж, время нашего сеанса истекло. Но скоро мы увидимся. Идем? Окей, да. Мне не нравится то, что я неправильный выбор сделал, блядь. Две девчонки погибло сразу. Все-таки надо было, все-таки, своя жизнь превыше всего. А я реально просто хотел спасти ее. А здесь как в жизни, да? Вдвоем погибли. Смотрим. Вот это было все вступление у нас. Пока очень нравится. Sony Computer Entertainment представляет эксклюзив PlayStation. Только, ребята, на PlayStation вы увидите такие интересные игры. Больше никто такие не делает. Supermassive Games. Вот, так, смотрим дальше, что тут у нас. Until Dawn. Игра так называется. Until Dawn. Нормально, 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 нормально. Я уже просто балбачу, потому что здесь песни играют, чтобы мне по авторским правам не пролетело. Надо еще музыку чише вообще убрать полностью. Вот. А я могу это пропустить? Я это пропущу, хорошо? Чтобы здесь музыка это не играла, потому что мне прилетит в любом случае. Ага, вот. Продолжить только могу нажать. Я понял. Вот. 5 кубов кто-то он что-то берет, блядь. Набирает какие-то наркотики. Тут, наверное, страшная игра. Какая, посмотрим. Пока мне начало очень понравилось. Сколько это? В каком году, если я не ошибаюсь? Я могу ошибаться. По-моему, это в 17-16 году. Ну, это один чуть ли не стартовый эксклюзив PlayStation 4, по-моему. Если, ну, мне память не ошибает.
И, в принципе, она играбельна. Я бы не сказал бы, что здесь прям вырви глаз картинка. Сегодня годовщина ужасной трагедии, разыгравшейся на горе вот. Вашингтон. Бриф Энни Клайн навела расследование. Спасибо, что позвали. Скажите, удалось ли приоткрыть завесу над исчезновением девушек? Год назад сестры Вашингтон вышли из дома своих родителей в метель и больше не вернулись. Убийство? Официально нет. У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтон. Требовал прекратить строительство, заявлял, что это священная земля его предков. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Мои люди обыскали тут все. Девочки не могли бы уйти так далеко. Трагедии не в первый раз случаются на этой горе. И не говорите. Спасибо за рассказ. Болезным этой семье, сыну Джошу, спустя ровно год после таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Матка не исчезла. Ну, здравствуйте, друзья. Так, нет, еще раз. Так, ну что, привет, мои друзья. Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя. Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать, самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой, но я хочу, чтобы вы знали, я очень ценю нашу решимость, и я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Этот чувак похож на хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, на актера, который снимался в фильме «Я робот». Каникулы будут незабываемыми ради моих сестер. Ну, в общем, ладно, так. Короче, теперь мы оттянемся как порнозвезды. Поездка будет просто незабываемой. Готовы? Да. Ага, здесь, короче, разворачиваются события, будет после того, как вот это вот случилось. Вот это несчастье. Понимаете? Блять, я это пропустить не могу. Подожди, дай-ка я сейчас в параметры зайду. Звук. Музыку вообще нахуй. Отключим. Подтвердить. Вот, так, наверное, получше будет. Черт его знает. Или вообще ее отключить к херам, нахуй. Какие-то тотемы. Посмотрим сейчас, что тут будет. Blackwood Penis. Пенис, блин. Все, приехали мы. Если вы услышите, помни о смерти, 10 часов до рассвета, если где-то будет пропадать звук полностью, значит, знаете, там YouTube вырезал просто на всю музыку, которая была защищена авторским правом. Не пугайтесь. О, смотрите, опять этот чувак. С мачете. О, за какую мы тянку будем играть сейчас. Сэм, лучшая подруга Ханны. Упорная, смотрительная, отважная. Эй, есть там кто? За ней уже кто-то следит. Ну что, пошли? Управляйте камерой с помощью правого джойстика. Да зачем мне и так все видно? Чтобы посмотреть, перемещайте правый джойстик или объект светится, можно. А, понятно. Здесь, короче, нужно ворочать, иначе вон этот не светится, короче. Предметы, с которыми я могу взаимодействовать. Хорошо. Это записка здесь.
Давай, блин, читай. Ворота заклинило, перелезай, Крис. Это какие-то у них тут, слышишь, игры какие-то, блядь, игры. Сейчас перелезем. Ладно, проехали. Заклинило. Ну, наверное, надо, да, вот тут перелазить. Не на штыки же лезть. Безопасно, быстро. Давай безопасно. Зачем быстро? Я никуда не спешу. Ой, блядь, я на ту кнопку нажал. Окей. Давай еще раз. Блядь. Да что ты? Ты посмотри, ты. Я надеюсь, здесь кнопки одни и те же будут. Кружок сейчас. Потом влево мне надо оттянуть сейчас. И треугольник. Ай, девочка, молодец. Молодец. Приехала в гости, слышишь? Через забор перелазить надо. Какой-то больной там, блядь, вообще он постоянно. Он, ага, ага, слышите? Дышит так тяжело. Она наверх что-то смотрит. А что там? Что она смотрит так? Обучение. Если вы видите на экране символ не двигаться, постарайтесь держать контроллер неподвижно. Я не дергаю контроллер. А, тут джойстик, короче, нужно вообще не двигать. Тут в джойстике же гироскоп стоит. Ну, он понимает, когда я его наклоняю или что-то делаю. Если не знаешь, что делать, дальше нажми R1 и посмотри задание. Давай просто вот интересно нажму. Честно, с доброжелательностью, текущее задание. Доберитесь до станции канатной дороги. Окей. Давай побыстрее немножко. О, давай почитаем, что здесь написано. Какие-то апачи здесь. Класс. Коренные племена и бабочки-пророчицы. Представители племен в былые времена, живших в этих горах, верили, что бабочки приносят сны и пророчества о вероятном будущем. Цвета крыльев бабочки обозначают природу, про смерть, черные бабочки. Опасность, красные бабочки. Утрата коричневого, наставление желтое, удача белая. Вам будут попадаться артефакты тотемы. Если подобрать и повернуть тотем, вы увидите цветную бабочку. И вам откроется ваше возможное будущее. Угу. Давай, бери. Мы уже раз как-то видели такое. Тотем наставления. Значит, с нами все будет хорошо, мы дойдем. Будущее не предопределено. Сбудется пророчество или нет, зависит от ваших решений. Я понял. Нажмите R1, чтобы посмотреть коллекцию тотемов. Да ладно, не хочу, блядь, смотреть. А что там за надпись, вот мне интересно. Что здесь написано? Ух ты, граффити на самом верху. Прошлое не в нашей власти. Я понял. Ой, не на ту кнопку нажал. Крис, ты здесь? Сумка есть, а где сам? Ты же не в сумке! Ну-ка, что тут у нас? Телефон там. Такой триллер, наверное, интересный будет. Бери. Выбирайте правым джойстиком. Давай пошпионим, ну мы же девочка, блядь, ну давай нахуй. Девки все, блядь, по карманам лазят. Ага. Символы бабочки отображаются в том случае, если ваши действия повлияли на развитие сюжета. Здорово. О. Крис. Крис влюблен в Эшли, оберегающий других, остроумный, методичный.
Это на этого, на игры Линка похоже, блядь. Напугал. Извини, ты моя секретарша? Он звонил. Ну-ну. Спасибо, дальше я как-нибудь сам. Ну. О, кстати, я нашел кое-что любопытное. Что? Не скажу. Сама увидишь. Идем сюда. А куда? Тут близко. Ты обалдеешь. Вот, друзья, такая вот игра. Пишите в комментариях, как она вам понравилась или нет. Делать ли мне дальнейшее прохождение. Вот. Что скажете, мне она очень пока нравится, в принципе. По крайней мере, не раздражает. Вот, мне интересно ваше мнение, будете ли вы ее смотреть. Вот, я в любом случае для себя ее пройду с удовольствием. Ну, может быть, вам тоже будет интересно. Может быть, вы тоже такие выборы делали, как и я. Все, друзья. Спасибо за просмотр. Пишите мне, очень важно ваше мнение. Пока-пока.